Так, это обычный стандартный бизнес. 170 рублей. Ну и как всегда час суда идет. Как это называется? Что, вот эти? Да. Это пончики называются. Пончики, я все пышки называю. Ну, вот так вот. Пышки. Да что ты, снегу у нас уже кобздец. Ботинок зашили. Мальчик. Приехал я в Ульдегас. Что-то какая-то херня зацикала что-то в моторе. Такое подозрение, что либо клапана, либо форсунки газовые. Именно вот на холодную. Сейчас ни хера не цикает ничего, бля. А на холодную вот завел с утра, там сейчас поработал, прихожу, она цик-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 цик. Вот так вот, блядь. Сейчас будем диагностику полную делать. Газовое оборудование. Потом пойду клапана смотреть. В общем, короче, все проверили. Все идеально, все настройки идеально. Фильтра. Не было фильтра жидкой фазы. Вообще не было, блядь. Как так? Видимо, комплект пришел, а в нем фильтра не было ни хера. Так и поставили, не вскрывая. Вот, значит, заменили все фильтра. Поставили тот, который не нужен фильтр был. Отрегулировали довпрыск бензина на 3500. Был, стоял на 4. Сделали на 3,5. И температуру переключения на газ повысили с 35 до 45. Стука нет, блядь. Ну нету нахрен стука. Я хер его знает, чё, блядь. Видели, работает чисто.
Но все равно я поеду сейчас, закажу сальник, закажу прокладку, все равно поеду. Хотя клапана в хорошем состоянии, то есть не трясет двигатель, ничего, блядь, не троит. Хер поймешь, в чем система. Блин, забыл бизнес снять. Ну, короче, салат я уже съел, салат крабовый был. Это вот сегодня такой бизнес. Ну и как всегда, час сюда идет, пятница. Я думаю, приехали с солнышкой. Джакарту менять. По работе по ее. Ленина 52. Вот. А наши вот эти, это те, которые до декабря выпускали. Вот мы как раз декабрьские мы как раз брали. Мы же вообще рано поставили этот эгоист. Вот. А эти сейчас новые-то, они вроде более надежные. Но тоже год гарантии всего. Что значит гарантия год? Ну гарантия, что гарантия год, что не она гарантия, будет работать. А срок годности у нее год просто. Ну срок годности, да, у нее. Через год ее сами отключат. Срок действия, да, такая. Гарантия. А, блин. Так я еще представляю, сейчас бы уже все оформила. Черт меня дернул не взять печать. Так у меня, ну, и доверенности не было, и печати не было. А как ты так, например, поехала-то? Ничего не понимаю. Так не важно, все равно еще кучу документов оформлять. В общем, короче, Ален, что там, Юля-то уехала? А Зинаида Зимгалина? Нету пока. Ну ладно, может и приедет. А, точно, значит приедет. Ну ладно, давай, мы уедем обратно. Ну давай, пока. Мама еще работает. Вов, мама. Фаворитовские окна у них. Все. Что у нас стоят? А что им не работать-то? Сейчас многие ставят окна. Ну не, да, у них, понимаешь? Заказываешь окна, да, приезжает замерщик, через 2-3 дня все, те уже их ставят. А в мелких, как у нас, вот там, месяц ждут, блядь, пока поставишь окна, да, пока изготовят их. А у них быстро все, хлоп-хлоп-хлоп, они объемами. О, МАЗ 500 наяривает, блядь. Вот что это такое? Что ли? МАЗ 500, да, наяривает. Трубами, блядь, трубы как развалятся, конники всякие, да непонятные. МАЗ 500. Старючий такой. И главное, ездит еще. Ну, а че? Он, кстати, надежный, блядь, и простой в эксплуатации. Аккумулятор ему вообще не нужен. Он и без него будет работать. А что ты встаешь в этот прям? А надо влево нам поворачивать? Нет. А тогда в чем дело? Там рассосалось перед переездом, я тоже не говорю. Я просто думала, поворот есть, что ли? Ну, машину поворачивали. Здесь раньше тоже поезда видно было, сейчас забором все захерачили. Да?
наяривает. Там масс 500, 130. Автобусный парк старый, отсюда с утра лиазы выезжали и гробы. Вот так вот они ездили. А когда он стоит, работает на малых оборотах, у него как банка какая-то там внутри колбасится. Коробка, автомат такая у них стояла. Потом... Блядь, у него, сука, сзади воняет этим выхлопными газами, там конкретно вообще. Ездили на таких автобусах мы. Что поделаешь? Когда это было? Ну, видишь, 130-й с переделанной кабиной уже, с 131-й. С квадратной кабиной. 2:48. Так, ладно, погнали. Короче, сейчас нужно будет ехать на этот... На заправку, на газовую. Раз. Потому что у меня тут лампочка моргает. Бензином заправится 2 литров 40 бензина. Вот. Потом ехать через весь город к тёще, везти её через весь город, везти её к зубному, потом через весь город обратно. Вот. И потом только сюда. Короче, километраж будет сегодня порядочный. Погнали. Узнайте подробности у официальных дилеров Mercedes-Benz. Короче, заправил, заказал 40 литров, залезло 37,8. Полный бак под завязку, то есть там, видимо, было все-таки чуть меньше полбака. Она показывала, блядь, это. Долго не сбрасывался, думал, что уже, короче, подарил херсин. Сейчас полный бак под завязку, 60 литров. Все, едем сейчас за газом. Еще газку литров 90 дунем, и будет под завязку все полностью. Зато бензинчик сейчас свежий. Частный сектор был. Вон что понастроили домов. Это ж сколько человек туда может въехать и жить. А все очереди, блядь. Все очереди, очереди. Нет жилья и нет жилья, блядь. А то, что скупают, блядь, все эти квартиры, нахуй, барыги, блядь, типа меня, нахуй. Скупают такие барыги, блядь, по 100, по 10, по 20 квартир, нахуй. И все, и потом держат, вкладывают деньги, так называется, блядь. Все пустые квартиры стоят, а домов понастроили. Нормально.
нормально, погнал, да, на красный. Насрать, блядь. Вот, сука, сейчас раз, допустим, проехал красный светофор. Херак там за светофором, бабах, машина взрывается, разлетается на куски, нахуй, все. Труп лежит, блядь, понимаешь? Другой также проезжает на красный, хлоп, труп лежит, нахуй. Или какие-то, не знаю, поставить вон на дом, блядь, пулеметные вышки автоматические, нахуй. Проехал на красный свет, да-да-да-да-да, нахуй, готов, блядь. Вот тогда хер кто будет нарушать, блядь. Никто на красный не поедет. Однозначно. Это нужно целый месяц работать над этой поездкой, чтобы подкрутить всех врачей, чтобы вот в определенный период они все были на месте, на красный. И хули, блядь? Один хуй в хвосте едешь, хуила черная, блядь. Час 57. В столице микрофона Олеся Потапова. Премьер-министр Южной Кореи Хван Гюан стал исполняющим обязанности президента страны после того, как парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент главы государства. Вот гордость за нашу технику. Недавно я снимал, не помню, в Перископе, по-моему, здесь, да. МАЗ-500 с трубами проезжал. Ехал, пердел, но ехал. А этот с этими же трубами, блядь, американец, все, нахуй, помер, блядь. Так, ну все, заправился. Все, теперь у меня полный бак под завязку и полный баллон. 91 литр вошел. Средний расход показал 12,5 литров. Ну, это вот то, что я съездил. Туринск, да, и здесь по городу еще. Да. Я думал, он сломался, он долбанул машину. Не рассчитал немножко, видимо. Думал, проскочит на зеленый, блядь. На желтый, вернее. Пробки, блядь, 4 балла. Это вот такой вот у меня вечерний тут бизнес. Уже 7:30 вечера. Суп греется. Все холодное пока.